В Екатеринбурге муж застал жену с любовником, набросился на обоих с ножом, выгнал из квартиры на улице и уже во дворе отрезал сопернику голову. И все это на глазах многочисленных свидетелей, в том числе детей. Бешеный крик сразу привлек жителей всего дома. Люди подбежали к окнам и увидели, что во дворе разворачивается кровавая драма. Оказалось, что именно в это утро пришел вновь помириться с Ольгой и застал ее в постели с другим. У него с Ольгой был бурный роман, вот только супруг об этом, видимо, не догадывался. По словам женщины, увидев ее с возлюбленным, словно обезумел, схватил нож и бросился на них. Любовники пытались отбиться от ревнивцев. Девушка кричала, но он-то ничего не, девушка, у нее истерика была. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Однако, прежде чем говорить со следователем, мужчину осмотрит психиатр. Муж в дверь, жена в дверь. Прыгай давай, ну! Держись-то, блин! Смешно, потому что... Иди отсюда! Нормально, нормально, нормально. Кто терпил, блин? Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого жена верна.